Раз сундук. Два сундук. Еще три сундука. Так, ну нормально так. Во, вот это я круче, чем в легендарном сундуке, вы понимаете? Блин, в два почти с половиной раза. О, еще редкий сундук. Ну круто, день редких сундуков сегодня. А его, наверное, сейчас еще и цветочки даже сшибут. Давай! Ну, как так-то? Давай! Да что? Привет, ребята! С вами Мобики, и это Angry Birds 2. Это значит, что приветки сегодня получают. Шерго Аль-Хусейн, Славик Шепетинский, Артем Артуров, Влад Гвозд, Валера Дьяконов, Арсений Койпаш, Петя Удача, Сергей Куракин, Матвей Паскарь, Саша Огнев, Игнат Гатилов, Федор Рыжков, Алина Кашурникова, Артем Храпов, Фарид Исмаилов. Ну что ж, и этот видосик мы начнем, скорее всего, с арены. Я только что туда заходил, и за то, что я когда-то играл 100 лет назад, мне насыпали каких-то монет арены, или как они у нас называются. Сейчас мы их будем тратить. Здесь у нас есть вот такой замечательный магазинчик. У меня 120 этих монет, и у нас легендарный сундук стоит 350. Это просто офигенно. Давайте скрывать сундуки. Легендарный сундук. Давненько не было легендарных сундуков. Давай, покупаем. Все оказалось намного проще, чем я думал. Оу, 600 вот этих штуковин каких-то получил. Так, ну это значит, что у нас новые шляпы, и эти шляпы можно за эти штуки качать. Так, ладно, насколько шляп, мне интересно, хватит этих звездочек, каких-то цветочков, не знаю. Так, может погнали редкие сундуки вскрывать, а? Мне вот прям интересненько. По 10 тысяч перьев за 170. Но я могу купить на Леонардо один раз 10 тысяч перьев. А остальное вообще неинтересно. Ну и шляпа здесь какая-то офигительная, но дофигища монет она стоит. Так, давай погнали, наверное, редкие сундуки вскрывать, потому что в редких сундуках иногда больше даже, чем вот эти 10 тысяч перьев за 170 монет. Так, ну или вот эти фигнюшки будем получать, тоже неплохо. Давай, погнали. Раз сундук. Два сундук. Да, билетики. Ну ладно, пусть будут. Окей. Для арены как раз билетики это самое то. Так, заклинания. Ну какие-то вот эти сундуки мне прям не нравятся. Три сундука и ничего интересного. Ну-ка, выдай. Выдай сундучок. О, здесь хоть что-то какое-то фиолетовое было, не просто синюшная какая-то фигня. Так, ну все равно там как бы так себе награда. Давай дальше, поехали. Да, вот у нас синева кругом. Давай еще. Получается еще на 4 сундука. Вот без этого. Точнее, вот с этим. Или что? Не, все правильно считаю. Еще три сундука. Так, ну нормально так. Во, вот это я круче, чем в легендарном сундуке, вы понимаете? Блин, в два почти с половиной раза. Да не почти, а в два с половиной раза, офигеть. Вот это я даю. Только единственное, что у меня этих шляп нету. И не факт, что я их раздобуду. Вот такие вот дела. Так, вот про что я и говорил. Редкие сундуки бывают круче, чем легендарные. Да, но здесь фигнюшка, конечно. Но тот единственный сундук прям все купил. Да. Сойдет. Я радый. Все, выходим отсюда, валим теперь куда-нибудь в башню удачи, наверное. В башню удачи залезем, попробуем хотя бы парочку шляп раздобыть. А там дальше как пойдет. Ну, у меня всего... О, еще редкий сундук. Ну круто, день редких сундуков сегодня. Ну-ка, что в тебе? Давай, среднюю. Вау, 5 билетиков. Ну, как бы наград так себе, зато много. Окей. Ладно. Тут мы ничего не выполнили. В подвигах у нас тоже далеко. Далеко до всего. Ну что, погнали. 80 брульянтов. Они же самоцветы. Так, ну что? Две свиньи могу поймать. Поехали. До 5-го этажа бы долезть. Блин, ну цветочков этих я кучу целую насобирал. Мне бы их теперь куда-нибудь потратить. Хотя в магазине же не только шляпы можно качать.
Там же можно покупать разные штуки-дрюки. Первая свинья. Так, плюс рекламка у нас есть. 3 свиньи можем поймать. Давай сюда тычем, обычно у нас все тут. С новыми шляпами обычно, да, тут почему-то шляпа вот здесь бывает, по подсказке. 8-й этаж. 9-й этаж. 10-й этаж, наверное, вряд ли она там. Что? О, 2-я. Может, они здесь по очереди идут? Яблочко. Ну что, 2 шляпы раздобыл, это уже круто. Надеюсь, игруха не зависнет, хотя давно она вроде не висла. Ну и меня в игре тоже давно не было. Возможно, что-то поменялось. Например, косяки вернулись назад. Нет, смотри, 1-я была. Шаг вперед, 2 назад, типа, или как? Как-то так, шляпы перемещаются по этажам. Так, ну что, на 20-м? До 20-го-то я-то должен долезть, да я по-любому долез до 20-го этажа. Так, 19-й, давай. Свинья! Не страшно. Так. Окей, итого бриллиантов у меня уже больше. Ну что, куда мы ткнем? Давай сюда. Да, угадал, офигеть, 3 шляпы. Сейчас, наверное, в приключение пойдем. Да что ты не тыкаешься-то, ну? Так, значит, рекламка и выходим. Так. И еще немножко цветочков. Все, валим, валим, валим. Пока дают уйти. Уходим. 2400, блин. Наверное, золотой билет я могу купить, да? Итого у меня самоцветов получилось больше, чем было до входа в башню. Круто. Так, на Реда шляпа. Крутяк. Что там дальше? Что там дальше? На Чака. Кто следующий? Серебряночка. Ну, собственно, и все. Вот те самые 3 птички. Шляпы, на которые мы раздобыли. Там, кстати, на Мелоди была шляпа. Офигеть. Мелоди пока что... Да что такое-то? Редкий сундук. Давай, вскрываем. Ну давай, еще хотя бы 1000 этих цветочков мне. Фигушки. Ну и ладно. Редкий сундук. Чего от него еще ждать? В магазине шляп еще я не забрал. Награду нашу ежедневную. Так, ну было 400, блин. Да, не туда же мякнул. Ладно. Так, кстати, можно еще шляп докупить. 5000 у меня выпало с арены, короче. Я хотел в магазине посмотреть, что она здесь продается. Еще один день, практически 2 дня. Я вовремя зашел. Я вовремя зашел. Да, 2000 у нас стоит золотой билетик. Ну, не знаю, не знаю. Я, наверное, все-таки шляпы качну. Шляпы надо качнуть. Давай. Островитянин. Островитянские шляпы. Давай, на 3 звезды. Иначе я не дойду ни докуда, если не прокачаю эти шляпы. Так, давай на Чака. Ой, просмотрел. Ну давай. А чё ничего не изменилось? Ладно. Я думал, что-нибудь поменяется. Здесь такая золотая какая-то косынка на серебряночке будет. В итоге... О, нам даже не хватает, офигеть. Офигеть. Так, и вот эту штуку мне сказали, что вместо того, чтобы продолжать за кристаллики, когда мы проигрываем, можно вот эту штуку применять, да? То есть она у нас как бы такая бесплатное продолжение, без самоцветов. Давайте купим, наверное. 1. Вот. Вдруг пригодится. Мало ли. Ну да. А здесь такое как бы никуда ни сюда. Ну что, погнали. Приключения. Наконец-то начнем играть. Скачки по островам. Птицы в раю. Райские шляпы, короче. Ну, поехали. Давненько не играл. Наверное, я уже все забыл. Так. Всего 3 птицы. Ладушки. Давай, Чак. Мочи по шарикам. Ну, почти попал. Чудило точно сейчас утонет.
А его, наверное, сейчас еще и цветочки даже шибут. Давай! Ну, как так-то? Давай! Да что? Непробиваемый этот... Как он зовется-то? Ну все, на дно пошел. Парашют, блин, непробиваемый. Так, здесь у нас гравитация. Вырубается немножко. Так, ну что? Давай, наверное, чаком. Шарики сшибем. И туда куда-то улетим. Есть. Хорош. Свинью зацепили. Круто. Так, может... Во-во-во, цветочек давай, 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 давай. Вот, все, не трогаю птичек. Ага. Все-таки придется мне потрогать птичек. Ладно, последний этап. Давай, лови медведа. Ну, это было простенько. Блин, не хватило мне, оказывается, на шляпу, на прокачку. Я-то думал, мне хватит там прям на все. А не хватило ни на что. Так, окей, второй уровень, понеслась. Эх, Матильды нету. Жалко. Ну ладно, здесь чаком, наверное, деревяшку вышибем вот эту. Ну все круто же, ну. Нет, не круто нифига. Все, убился. Отлично, я уж думал, придется пулять. Мне вот интересно, если сейчас крушиметр заполнился бы, у меня было бы две одинаковых птички, потому что вариантов-то нету. Что? Вот эта конструкция, конечно, такая. Наверное, будем сверху мы кидать. Давай, сверху. Чак опять в деревяшечке. Сейчас жахну. Давай, опа. Ну, ё-моё! Я думал, вот эти камни упадут сюда, а это что-нибудь сюда полетит. Ничего не полетело никуда. Да, ну что? Наверное, давай все-таки вот сюда жахнем. Уже отсюда начнем. Как бы... Давай, крушиметр еще пополнится, и будет круто. Офигенно. Ну вот. Думал, второй уровень не смогу пройти. А все получилось. Уровень пройден. Ну что ж, движемся дальше. Я думаю, наверное, уровни на четвертом мы стопорнемся. Птичек мало, шляпу не докачал серебрянки, поэтому... Да, три птички. Три птички, три уровня. Как-то так, мне кажется. Так, давай. Едь! Ну! Да. Остается одна свинья. Так, наверное... Там какой-то подводный цветок. Смотри, шмаляет, блин. Да ё-моё, успокойся уже, дай мне швырнуть птицу. Так, давай, серебряночка. Я, да, наверное, даже крутану. Но как-то не закрутилось что-то нифига. Три этапа. Две птички, три этапа. Ну, наверное, здесь вот так. Эть, давай, ракета, лети! Нормально. Отлично. Просто супер. Теперь осталось бить шарики и все. А-а-а! Да ладно! Надо было немножко выше его активировать. Ну, ну чё поделаешь. Давай туда так. Все. Круть! Прошли! Второй этап! А впереди нас ждет еще третий, но птичек нету. Это фиаско, братан. Даже три уровня не получилось пройти. Чё? Как? Да. Скачки по островам не удались немножко. Да, вот такие вот делишки. Ну, три шляпы хотя бы раздобыл, это уже круто. И прокачал. Ладно, ребятки, на этом сегодня закончим. Такой коротенький видосик, наверное, получился после гигантского перерыва. Если вам вдруг понравилось, то ставьте лайки. Ну, а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.
Ho 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 ho!